Парламент среагировал очень своевременно, жестко. Как только появилась достаточная информация о том, что существует такая ситуация, что перевозчик имеет очень высокий риск банкротства и очень большое количество людей может пострадать, в парламент был вызван руководитель Росавиации, и, соответственно, парламент поручил комитету по транспорту в короткий срок совместно с правительством Российской Федерации найти варианты урегулирования этого вопроса. И, безусловно, парламент еще дополнительно, я очень уверен, даст оценку этой ситуации. В целом парламент среагировал, и парламент сразу же встал на сторону пассажиров, на сторону людей, которые, безусловно, могут пострадать в этой ситуации. Ну и сегодня мы уже видим определенное развитие этой ситуации. Насколько я владею сейчас информацией, предприняты значительные шаги правительством Российской Федерации для решения вопроса конкретных пассажиров. Они все возвращаются, и при этом для изменений воздушный кодекс Российской Федерации, для того, чтобы впредь подобные ситуации не повторялись, потому что они чрезвычайно социально значимы. Чтобы вот этот кризис не повторился, по-вашему, может быть создан какой-то законопроект? Вы знаете, да, ну, вот очень было много ситуаций в связи с банкротством туристических компаний. И вы знаете, на уровне туристических компаний создан специальный фонд, и в случае банкротства той или иной туристической компании, это может быть, это бизнес, вот этот страховой фонд решал все остальные вопросы. И эта система очень эффективно работает, и она проверила себя. Один из вариантов – это, конечно же, создание вот такого страхового фонда, который позволил бы перевозчику, который продал очень много билетов, в общем-то, старался разумно вести бизнес, а не занимался мошенничеством, решить вот эти временные проблемы. С другой стороны, конечно же, здесь к перевозчикам должны быть установлены определенные критерии. Критерии, которые, в общем-то, могли бы объективно анализировать состояние организации, чтобы она не довела до того, когда продано колоссальное количество билетов и самолеты арестовываются, и, в общем-то, возить не на чем. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».